Сегодня мы с вами поговорим о таком интересном аквариумном растении, как Людвигия. Ботаники относят род Людвигия к семейству кипрейные. Отсюда сюда же входит и кипрей, всем известный иван-чай, по имени которого названо семейство. Свое красивое название род получил в честь Людвига, профессора из Лейпцига, который жил в 18 веке. Особого значения в практической деятельности человека Людвигия не играет. Хотя можно упомянуть, что Людвигию ползучую, произрастающую в Центральной и Северной Америке, используют как кормовое лекарственное пищевое растение, а Людвигию болотную для окраски тканей в желтый цвет. Прежде всего, Людвигии известны как декоративные водные растения. Аквариумисты привыкли видеть это растение у себя в аквариуме в подводном положении. И немногие знают, что растение это прекрасно растет и в надводном положении, и даже цветет. Вот видно характерный, какой у нее красноватый цвет. Нужно сказать, при сильном затемнении или холодной воде этот цвет будет приобретать, становиться все более зеленоватым. Поэтому скажем, что Людвигия, хоть она не особо требовательна, желательно все-таки, конечно, для нее, чтобы было постоянное освещение. Вот. Значит, в Европе из-за больших красивых желтых цветков Людвигию выращивают в декоративных прудах. Считается, даже где-то я нашел, что в Ленинградской области в начале июня ее можно высадить в мелководные пруды. И там она будет цвести летом, а потом на зиму пересадить ее в аквариум. Вот мы видим с вами, как она выглядит в аквариуме. Растение довольно-таки недорогое. Вот у нас на рынке я купил его по... Сколько? 30 рублей за, вот, за одну веточку. Сказали прикопать немножко. Вот я прикопал, что оно сразу даст корешки. Поэтому, если интересно, вот цвет у него очень интересный у этого растения. Советую многим попробовать.